Всем здорово. В общем, сегодня новый видос по новостям в Combat Master Mobile. Комментарии с прошлого видоса по Combat Master попадают в этот ролик. Если хочешь попасть в следующий ролик, также оставляй комментарий и подписывайся на канал. Все комментарии я читаю, отвечаю по возможности и ставлю лайки на них. Также хочу порекомендовать вам наш телеграм-канал по Combat Master. Там сидит исключительно русская комьюнити Combat Master. Вы можете найти там тиммейта. Также там проводятся турниры. Скидываем сборки на оружие. Ссылка находится у вас на экране и в комментариях. Но сейчас перейдем к основной теме этого видеоролика. Недавно слили геймплей полета на парашюте. Полет на парашюте выглядит, конечно, сыровато, но я считаю, что все это пофиксится. И похожие кадры мы видели еще примерно полгода назад в другом видео с Литом. За предоставленные кадры большое спасибо Кебабу. Я оставлю ссылку на него в комментариях. Также один человек с ником ABXU выложил видео на своем канале, в котором он сильно выразился по поводу мувмента в игре. Combat Master would be so much better if it just made a couple changes. I know they're not small changes, they would be technically considered like big changes, especially when you're talking about things that are built into the game's DNA. For one is this crazy movement. This looks super janky. I'm basically just spam sliding across the map. It doesn't look right. It doesn't look pretty. And it throws a lot of people off. Разработчик в комментариях ответил то, что во втором сезоне нас ждет изменения большие по поводу мувмента. Его, скорее всего, либо занерфят, либо изменят как-то. Это еще точно неизвестно, как это будет все выглядеть. Также в игре сейчас происходит ивент, в котором нужно собирать золотых кроликов. Ивент начался 16 марта и закончится 9 апреля. Победителям первое, второе и третье место выдадут полностью пройденный боевой пропуск. Также в файлах игры было найдено упоминание о том, что в королевской битве будет добавлен ГУЛАГ. ГУЛАГ — это то место, где игроки смогут побороться за свое выживание между другими игроками за то, чтобы вернуться на поле боя после своей смерти. Также киберспортивная организация Combat Master Global League опубликовала картинку, на которой изображен новый оперативник. Он очень похож на оперативника Черепа, но только у него маска серебряного цвета. Также, возможно, во втором сезоне появится оружие с уникальной анимацией убийства. Это все новости на сегодня. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, оставляем комментарии и подписываемся на канал.